вооруженных силах страны. Новое пополнение приняло присягу. Порядка 10 тысяч новобранцев, которых призвали на срочную военную и службу в резерве, произнесли клятву на верность Родине. Торжественная церемония традиционно прошла в кругу родных и близких. Теперь военнослужащие приступят к интенсивному процессу боевой подготовки. В Беларуси прошел заключительный централизованный экзамен. Большинство 11-классников выбрали математику. На втором месте – биология, на третьем – английский язык. По всей стране работало 144 пункта. ЦС дали свыше 53 тысяч человек. Результаты оформят в виде сертификата, как и в ЦТ. Срок действия также 2 года. Белорусские ученые и медики проведут эксперимент по внедрению специального теста на опухоль. В основе анализ крови из вены. Преимущество в определении стадии, в том числе предраковой. Еще одно из главных достоинств – высокая точность. Вероятность ошибки менее процента. Планируется, что сам анализ можно будет сдать в государственных и коммерческих организациях с конца июня. В Могилевской области с 26 мая начнут работать летние лагеря. К их приезду в учреждениях провели косметический ремонт, закупили оборудование и благоустроили территорию. На каникулах планируют оздоровить около 46,5 тысяч школьников. На эти цели из средств республиканского бюджета выделено 7 400 000 рублей. В Бобруйском районе собака загрызла пенсионерку. ЧП случилось в субботу днем в агрогородке Ковали. В одном из подворий знакомый хозяина обнаружил 66-летнюю местную жительницу без признаков жизни. Рядом с истерзанным телом женщины на привязи находился алабай. Следственный комитет проводит проверку.